До інших тем. Каля двух десятков человек собрались сегодня под стенами Гомельского облвыканкама. Они потребовали встречи с уладами. У причинах и сутности сходу разбиралась наша здымочная группа. Отказываются принимать жалобы от населения. Пераважную большинство людей, которые сегодня собрались под стенами облвыканкама, гомельские журналисты ведают добра. Сустракаться приходилось под час приема у представников улады на судовых посяджениях. У многих навод дома были. Для таких людей, звычайно, выкористовывают народный термин. Штатный скаржник. Яны десятигодиями пишут звороты у разные инстанции. С проблемами разбираются чиновники, журналисты и суды. Есть нават выпадок, коли один человек звертался до судей не больше, не меньше, как 15 разов. Однако у опошний час склалась интересная ситуация. Гомельские скаржники невероятным чином организовались у группу. Сегодняшний сход под облвыканкамом стал их другим совместным мероприемством. Практично той же состав побывал на приеме у старшини облвыканкама. Владимир Дворник выслухал каждого и дал доручение знову собрать комиссии, суместно разглядеть махчимости да помахши тым, кто шукает отказы на свои болючие пытания. Однако за 12 разгледенных пытаний по 9 уже принято решение судовых инстанций. Все службы облсполкома внимательно рассматривают поступающие обращения. Вместе с тем следует отметить, что часто граждане обращаются с вопросами по несогласию с судебными решениями, которые приняты не в их пользу, в том числе и высшей инстанции. На территории Республики Беларусь действует законодательная, исполнительная и судебная власть. Повлиять на решения судов, либо изменить их мы не можем. Вместе с тем позиция губернатора и его заместителей – это принимать людей с наболевшими вопросами и оказывать им любую возможную помощь. Так, после последнего приема губернатора были созданы комиссии, рабочие группы, которые повторно с выездом на место пытались примирить спорящих соседей. Но, к сожалению, не всегда это удается даже таким комиссиям, созданным на уровне облисполкома. У гэты раз, нягледзячы на прад'яўленыя патрабаванні, сустракацца с прадстаўнікамі улады жадання не выявіў амаль ніхто. Большасць абмежавалася размовай з журналістамі. Дарэчы, як мінімум адзін вынік гомельскія скаржнікі ад свайго аб'яднання атрымалі. Звычайна іх выступленні прыцягваюць актыўную ўвагу сродкаў масавай інфармацыі і відэаблогераў. Настасія Кучынская, Міхаіл Рабкоў, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.